приехали мы в Икею. Мы уже с Надюшкой пообедали. Это как в столовке. Игрушки. Начинаем с игрушек. Жирафчики. Нет, это не жирафчики. Ой, какая лопата. Ой, какой слоник красивый. Какой хороший. Сколько стоит он, интересно? Там, наверное, цена на этих, надеюсь, 17,99. Ой, какой хороший. Сейчас я игрушки сыграю. Ой, такая прелесть. Ой, какие хорошие. Ой, зайка такой миленький лежит. А это кто? Ой, ну это розовый, прям как эти, как семечки накиданные. Панды, мама с сыночком. Сам так. Ба, 2,99. Кто это? 2,99. White and black. Кто 2,99 стоит? Панда, наверное, с софтой. Ну, как это? Да. Смотри, на пальце делал все игрушки. Ой, как детка моя. Ага, интересно. Ба, игрушек-то здесь сколько? Тут качество как будто не особо, да, Надь? Нет. Нет, да. Миленькие. Да, это вот детские. Ага. Когда я пойду посмотрю детские, то, может, скоро, Надь, пригодится когда-то покупать. Ага. Ну, знаете, вот если честно... Вот кроватка, пенальный столик. Я не знаю, это... Ой, горшочек зелененький, Надь. Если честно, мне не особо качество нравится всего. У нас как будто бы... Это европейское, это какой? Швеция, Швейцария, шведский магазин, да, Надь? По-моему, шведский написано. Я думала, лошадки. Нет, это семечек. Как бы особо, может быть, как бы качество там органическое какое-то, но во всяком случае, вот так мне не нравится. Смотри, вот это кушаешь, да, ой, какая прелесть! Бриз пачкался ребенок. Полностью. Ага. Полностью прямо дело. Тут классно, сам, когда учится ребенок. Да. Ба, что такое 169? 169 долларов. Тарелочки такие прикольные, смотри. Чашечка с блюдца, там чашка такая. Прикольно. Дороговато. Стаканчики. Да-да, вот мне напоминает козёльщину какую-то, знаете. Я думаю, оно вот так-то выдвигается, знаете. Я думаю, вот да. Да, оно выдвигается. Маленькая, да, маленькая, больше до школы. Да, выдвигается. Постель, короче, под одеяльники, Надь. Под одеяльники. А может, просто одеяло сверху? Наверное. Нет, под одеяльник. А точно. Это точно редко, может. Под одеяльник. Ну, в Америке, да. У меня это, Ирка купила в Таргет под одеяльник. Стульчики эти пластмассовые, интересненькие. Я хочу в это кухонное одеть. Кухонное, сейчас по здесь детские вон. Коврики. Ну, так что-то. Да, стульчики классные. Ой, блин, ну-ка, кресло. 100 долларов стоит на 99. Дороговато, чушь, это на сколько. Вот такой стульчик мне нравится, прикольный. Да, я вижу, ага. 8 долларов только нас стоит. Хорошая цена, да. Несколько таких стульчиков набрать, да? Да. Разных цветов, чтобы я... 10 долларов, 99. Такой пластмассовый, белый. Ну, пойдем. Думаю, оказывается, в этой стороне. Пойдем сюда в комнату, прям зайдем, знаете. Вот они прям комнатки здесь делают, заходишь. Это как мужская комната, да? Да. Ой, там ванна прям. Полочки здесь так сделаны. Черная шторка. Черная кровать. Стол стеклянный, как пластмассовый стол. Стол прикольный. Стул прикольный. Ну, хочу посмотреть, что там за шторкой в ванной. Ну-ка заглянем. Ну, здесь раковина просто. Малюсенькая прям раковина. Очень маленькая.
Ну, еще малюсенькая прям. Маленькая будет. Полотенце. $8. Да, мужская, да, мужская здесь. Пожалуйста, темные принадлежности для ванны. А здесь уже вешают что-то. Отправляют в следующую комнату. 5,99 набор вот таких пластмассовых посуд. Я дом строю, мягкая. Ты знаешь, если только когда куда понесешь, что поставить. Для переноски как бы. Так как бы я не люблю, я сейчас стараюсь унитаз чистить. 99 центов. Да. Меньше доллара разных цветов. Белый чего? Щетка для унитаза. Вот это нам интересно. Я тоже люблю. Варенье какое-то что-то. Да. Ну, то красный смородины. Фруспрейт органик. Я не знаю, знаете. Ну-ка. Смотри, так смотришь, если как будто она не цветок. Линкенберри. Да она... Слушай. Я даже не знаю, как... Как клюквой? Как клюквой, наверное. Линкенберри. Я не знаю, знаете. Непонятно. Надо будет потом перевести. Ох, обожаю такие доски. Ой, обожаю такие здоровые доски. У меня есть большущие, я покупала. $20. Тут еще. Хорошая цена. Это очень хорошая цена. Какая тяжеленная. Она ведь, да? Да, у меня стоит, так написано. Так, бамбук. Да. Шопинг-бор. Да, что-то я укололась, что-то. Нервные ложечки. Так, что здесь еще есть? Да, и вот тут висят целый рай Криспи Бред. Рисовый хрустящий хлеб. Салфеточки зелененькие. Ну, салфетки я не люблю. Барышка интересная. Пятница. Ух, какая тишина хорошая. Вот как это смотрела сегодня. Свет, так заложился. Дорого? Да. Это не дорого. Это как это, плов готовил Сергей. Подумаешь, ой, так захотела плова. А вообще всякие вкусняшки готовят. Да. Ну тоже охлаждать классно. Да. Нравится мне. Торт испечешь, мы бы даже здесь растают уже не париться. Так, а это холодильник. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прикольный, как европейский холодильник. Худенький, тоненький. Малюсенький. Слишком маленький для нас. Не очень маленький. Вот что за шутка такая. Смотри, игрушечная. Да, это игрушечная кухонка. Ой, ну-ка, ну-ка. Я думаю, да. Ну-ка, раскрой-ка его, это кольцо, мать. Как у нас? Смотрите. Да, смотри, оно можно от маленького до большого. Слушай, давай. Да, хороший, хороший. Да. Размеры. Слушай, отличное кольцо. Смотри, какой самый маленький. Считай, можно и салаты какие-то, торты. Да. Самый маленький вот такой. Отлично. У меня малюсенький-то есть. Я знаю, что я не вижу цена где. А вот это цена на нем 6,99. Так если я возьму вот это. Копим эти. Ну, наверное, будет. Да, я думаю, дисплей. Дисплей. А, нас спросить, как это как бы они говорят, что это как бы пример. Как смотреть только покупать нельзя. Давайте посмотрим, да. Так хорошо. Тогда еще что здесь есть? Детская комната. Вот такой стульчик. Мне нравится, мне здесь стульчик понравился. Uh-huh. Такой холесенький, ножки толстенькие. Uh-huh. Диваны как будто... Да, да, слушай. Ну, конечно, диваны игрушечные, мать. Да? Какие-то игрушечные. Малюсенькие. Мы потом с тобой поедем это. Это как лапсик. Ну, все равно маленькие. Надь, малюсь. Ну, смотри, вот эту угловой.
угловой. Ну что это? Ну, европейский стиль, все-таки, наверное, рассчитанные маленькие комнаты. $1000. Так-то мне что нравится, что они широкие. Можно с ногами сесть, когда... Ну да, да, ну маленький, я бы хотела здоровенный. Диваны висячие, вон они. Вон их сколько? $600. Ну, кстати, если честно, дороговато. За это 850 нас. Да. Качество, я бы не сказала, ну, супер. Да, смотри, махрястое все. Так себе качество. На люльке. Так, что здесь? Тут еще. А, нет, это спальня тоже. Девочки на спальне. А тут как будто детская. Ну, вот у меня миленький. Что похож такой? Эти тумбочки игрушечные. Вот клазет. Вот я там такая. Желчь в теле. Так, сейчас скажу, шелф для глаз стор. Да, да, стор. Еще, ну-ка, скажи. Это графин? Для вина? Для вина? Так что-то оно немножко по другой модели. Ага. Что с ним делать, непонятно. Вино, мы открывали бутылку, выливаешь вино, пошла на порт. И вот именно фигура такая. Да-да-да, для вина, бока этим, графины. Слишком белый, я не люблю. Я тоже не люблю, да, я тоже не люблю. Вот для меня как будто белые, они... Как будто я никогда не хотела иметь белую машину. Мне кажется, белая машина — это чин, дешевая машина. Ну, это опять, это мое мнение. Кому-то нравится белая мебель, белая... О, вот это мне нравится. Кухонька. Рабочая обстановка. Да-да-да-да. Тут вот рабочая обстановка в доме у нас. Да-да-да-да. Портфель. Все сделали. Вот, вот так все лежит здесь. На столе. У вас ваша кухонка классная. Так, а вот высокие вот эти шкафы мне очень нравятся. Вот эти, ну как открывать? Да, открывать. Вот так хочу новую мебель. Ой, Надя, я сам, я умираю, вот, хочу новую кухню. Кухня. Для меня вообще мечта новая кухня. Тут что еще всякие? Кофейные эти. Всякие лавтовары, небось, на чем продали. Look inside, что там inside, посмотрите. О, recycle! Это мусорка, вот это вот мусорка. А это весь, как, вторичное сырье на переработку. Нет, это как, компост, это когда овощи остаются, это компост. А это вот, например, сюда мы складываем, например, банки из-под сок, там, лимонады. Здесь это как бы, а, интересно. Газ вот это. Меня любит вещество. А мне больше нравится. Вот это вот классно. Верх покрытие классное. I like those flowers so nice. Это как, Надя, это как, прям дерево. Дерево, вот ты не знаешь, не поставишь. Ну, не надо, на мрамор тоже нельзя наставить горячий. Полочки разные, полочки, картинка с камушкой. Ну, смотри, 1500. Не смотрится богато, да? Да. На логике был похож диван. Да. Похож такой на сундук. Немножко снять камень, да? Здесь идет рабочая обстановка. А здесь, да, который любит заниматься, там шьет, вяжет, макраме всякие. Тоже. Бин. Гарбич здесь. Диванчик, он уже сидели, весь грязный диван. Такой сделали фейк камин. Красиво смотрится. Вот такие нравятся мне красивые лампы.
Люблю белую посуду, Надька. Вот, обожаю белые тарелки. Большая вот такая тарелка. Таиланд. Изготовление. Таиланд. Темная комната. Лаком покрыты. Стенки. Надь, стенки, помнишь, были в России? Смотрите, наверху, то есть трубы обычно во всех магазинах, они как бы всегда открытые, редко когда закрывают вверх. Чтобы, наверное, при ремонте было все видно. Они чем-то вот как эти побрызгали. Как это, есть попкорн вот делают на автолках. Ну, все, здесь все белое. Опять в больнице. Да, рисунки, рисунки. Ножки, ножки. Красотка. Надь, больницы такие столы у нас. Да. Ну что, здесь так как бы простенько все. Сейчас пойдем вниз. Я, знаешь, хочу на что посмотреть. Может быть, это, маленькие декорации, там, цветы. Сейчас мы тут глянем. Как будто... Ох, пожалуйста, набор. Вот, даже электрогрин, электрический, это есть. Да мне самое надо, мне надо. Не мать по мне. Так, ну что, давай, наверное, пойдем вниз, Надь. Посмотрим, украшаемся вниз мы. Так, что здесь? Вот какая-то зеленуха. Да, вот посуд, возможно, Надюк здесь будет. Очистить эту волосняку. $5. Какая-то зеленуха. Вот, наверное, эти, знаете, в горшочках стоят. Ты знаешь, очень даже хорошо для декорации. Горшочек купить, тот приличный, там, тот пластиковый такой, приличный горшочек взять. И очень даже, вот, белый поставили, хорошо смотрится. Интересно. Баскет, плейнпад, 79 центов всего стоит. Я думаю, это пластик, Надь. Да ты что? Вот такие маленькие яблочки. Симпатичненькие, кстати. Да. Слушай, мне надо глянуть такие маленькие, Надь, под фрукты в ресторан. А это какая-то кашка, Надь. Мюсли. Так, мне, знаешь, такая, это что такое? Это пакетики. Ну-ка я пойду гляну маленькие чашечки для... Ну, пожалуй, $1.29, Надь. Опять пластик. Ну, еще пластик, ну что? На то легкий. Пакеты двух размеров. $1.99. Литровые 3-4. Кашки хочешь взять? Посмотри, да что там за состав. Какао, мюсли. Наверное, калории. Ну, 100%. Это мюсли, они всегда калорийные. Там очень много. Вот вам еще какие-то чашки. Киноа. Киноа, да. Я, кстати, хороший в этом русском магазине купила. Да? Так, ну пойдем там глянем, давай глянем. Кухонные, чугунные, смотрю. Да, я и говорю, возможно, они... Сори, возможно, здесь. Маленькие какие, Надь. Какие маленькие. А, ну, это посудюшка маленькая какая-то. Да. Ну, тут что в коробках? Чугунные скварочки. А, это ничего. Нет, да. Виноградный, что ли, масло? Масляное. У меня есть виноградных косточек. А, вон там сковородочки. Так, что здесь, что здесь? Ну, пожалуйста, книги, Надь. Готовка? Книг у меня по кулинарии ужасно, а я пользуюсь только... Там, что сама придумала? Ну, сковородочки какие-то. Легенькие. Вот, посуды много, кстати. Крышки, пожалуйста, отдельно, Надюх, продаются.
штука хорошая. Да, у меня есть. Не газу даже можно. У меня есть тяжелая. Я обычно на газу обжарю кусок зимой на льду. И потом в духовку. О, красота. О, а здесь аж прям, знаете, кастрюльки, аж прям сковородки, аж в мешочках. Ох, тяжелые. Ох, тяжелые, Надя. Эх, тяжеленные. Точно. Убить такую. Да. Мне тоже нравится. Сколько она такая стоит? Вещица. 69? Так, здесь термометр. Нет, это термометр. Не термометр. А это не то, что термометр. Да, посуды как много. Посуды много. У сковородок эти кастрюли прям полно. Здесь вот двойная, две. Нормальная цена 5 пиз. 5, а почему 5? Кастрюли верхняя с верхней. Ну поняла, 4, а 5. А, что-то без крышки. Кошечек без крышки. А, странно. Да, ручка так лежит, съемная. А, интересно. Ой, пойдемте тут по этим. Ну, вот я таким... О, сколько вот эти стоят? 3? А тебе возьмем вот в ресторан. В ресторан бы хорошо. Видно все, а то у меня стоят банки страшилки. Дай-ка я парочку нам возьму, а корзинку не взяли. Ну, давай. А вот они как раз стоят. Павловнички, ну классно. Целкурский, свалка. В американских магазинах нет такого, чтоб все так лежало в чем-то, в досках каких-то. Вот доски, конечно, шикарные, прям доску охотно. Ой, они что такое? А, мешалочка. Мешалочка, мешалочка. А, доски вот так. Ой, 20, а ну да, мы сейчас смотрим, $20. Прям доска шикарная. Да, Надюк. Две возьми, Надь. Форма для... какое дно красиво получается для тортика. Такую я не пеку. Такой у меня, по-моему, есть даже со съемным дном. Лопаточки какие красивые, но посмотрим по качеству. Нет, не особо. Тонкие слишком. Маленькие белые чашечки хочу посмотреть. Вот такие формочки хорошие. Легенькие, Настя, такие. Подошлет к такой посуде. Виталик, сразу тебя вспомнили. Ну, кстати, это... А, стекло. $1.49. Плейт. Маленький вот этот коричневый, может быть, плейт? Думаю, да. О, смотри. Вот тоже хорошие. Колечки. Да. Вот где-то, видать, должно быть это отделка. Угу. Да я думаю, вынесем их сколько всего, сейчас пройдем. Потому что это тоже хорошее. У меня вот такое, по-моему, есть. Угу. Я уж честно не помню, где. Я оставлю это. Ага, пойдем, я посмотрю все-таки. Да? Ой, смотри, какая, какие эти. Ну, я не нарадуюсь, какую я купила себе кофейную кружку на этом магазине. Это вот эти вот. Слушай, а вот так, кстати, хорошо. Очень красиво. А тут стекло. А, здесь чайники, Надя. Давай ж купим. Я мало. Мало. Ты думаешь, это тормоз? Я думаю, давай. Да, вот такой. Легенький.
Вакуум флаг, да. Вакуум. Да, еще 5 долларов. Ой, ну вот такой у тебя есть кофе, мешок? Что такое? Я купила, мы купили еще. А я купила на Amazon. Шикарно работает. Да? Шикарно. Моя ночь. А, я на Amazon взяла. Ой, красота. Я сбиваю кофе себе утром. Салфетки красные, белые. Черные. Ух ты, здесь такое, стаканы, рюмки, салфетки. Так, здесь что такое интересненькое? Ой, салфеточки, подставочки. Интересненькие. Так, это бумажные салфетки. Ванная комната. Цвет такой приятненький. Мне нравится. А вон девушка убирается. Пыль смахивает как со всего. Сейчас я покажу. Ну какая не метелочка. Вот такой вот, вот для меня как будто все какое-то маленькое. Ты тоже что-то есть такое чувство, да? Вот немножко маленькое. Потому что в американский магазин. Ой, смотрите, прям. В окне свет. Сделали еще подсветочку. В окошечке свет. Вот сделали. Смотри, какая интересная подсветка. О, да, вот это интересно. Ну, вот видишь, опять вот какой-то вариант. Маленький. Здесь везде, везде. Интересненькая моделька. Ну, как девушка убирается, пыль гоняет. Никогда не понимала уборку этой метелкой. Никогда, так вообще погоняла пыль с одной стороны на другую. Да, я тоже самое всегда думаю. Ну что, магазинчик, если честно, тоже. Да, да. А мы можем пойти дисплей взять. Под дурачков. А, ты знаешь, да, да. Вот здесь шторы и гардины, чашечки. Вот никак. И так, я даже что хотел, я хотел себе вот такой прикольный чашечек. Ох, какая чугу, это глиняная. Ну, что надо, и не нашли, как будто бы. Что бы я хотела иметь? Ну ладно. Шторы темные. Что? Ох, какие гладкие, Надь. Ох, гладкие прям. Как шелковые. Ну качельки, Надь. А, у меня есть, Надь. Да? Ну у меня есть все. Маск мне же не достался. Надь, тюли, как в России, Надь. Тюльки. У нас здесь прям прозрачные, а это прям с цветочком. Интересненько. Тюлька. $20 одна панель. Дороговато на одно окно, считай, $40 плюс штор, дороговато. Ну, а вот это прям сеточка. Ну, какая прям сетка. 4,90 стоит одна панель, $5. Вот это дешево. Коврики, коврики. Ой, ковров-то сколько, ковров-то сколько. У меня еще больше, Надь, есть. И в каске за $100 брала. Это искусственный? Искусственный. Ой, какой хороший, мягенький. Интересненько. Да-да. Ну все, давай пойдем с этого магазина. Мы не в восторге от этих декораций. Я думаю, не то нет. Ну, конечно, слишком дешевенькие вот эти есть. Они не смотрятся как настоящие. Ну, я думаю, цена так недорогая. Ну, как много. А это настоящий, точно, это настоящий. Это кубай, это. А, это уже настоящий. Цветы. Надюха, это настоящий. Вот это настоящий, да?
Ой, ну какой красивый, Надя. Ой, какая... Вот тут мне нравится. Да, какая прелесть. $13, да. Представляешь, вот если ты найдешь какие-нибудь другие эти стаканчики, то есть черный не очень смог хорошо, а если какие-нибудь другого цвета, белый, например, или... Знаешь, я поставила себе на веранду свет. А, на улицу? Ой, это классно, Надя. Красиво, красиво очень даже. Не живые стоят на балкончике. Вау, это все искусственное. Это все. Смотрите, висячка такая. Висячка такая. Ну, так прикольно. О, блин. Помнишь, Надь, у меня был богатый такой цветок. В туалет я повесила себя в России. У меня там птички были. Так я любила. И прям мне казалось, это прям у меня в туалет заходишь, прям красота небесная. Надь, это $99 стоит на скидке. Вот этот вот, да, да. Да, на шарики. А Сара, ты смотришь, прям как настоящий. Это да. Это как настоящий смотрится, да. У нас тут еще, у меня ветром, если нам настоящий, ветром улицы. Оно очень легкое. Да. Вот это тоже прям как настоящий. Это тоже. Ой, Миля, милотат какой. Ну, у меня настоящий цветок в доме. Я не хочу как бы искусственный ставить. Настоящий. Ух, Надька, вот. Надька, смотри, какие красивые. Вот тут мне нравится, Надя. Вот тут мне нравится. Цветы красивые. Надька, смотри, какой. Красивый, красивый. А вот эти вот, живые-то, которые. Цветы живые, дорогущие они. Виделась как будто. Виделась, были модные. Виделась, да. Малюлечки такие, господи. Красивые. Я уж сейчас доделаю комнату, потом буду соображать, какие цветы мне надо будет. Потому что сейчас не могу, я как бы хочу на эти надо. Здесь тоже есть пиво немножко другим. Да, какие кольца. На них нет разницы? Наверняка есть обзорчик. Да? Возьми, мои возьми. Нет, тут... Нет цены, да? Наверняка где-то... 99 центов, знаете. Да, вон, да. Вон, смузка какая-то. Смузка. Не знаю, что это такое, но 99 центов я только увидела. Вау, смотрите, какие красивые цветы. Прям букетик. Птички. Ой, это кто? Вообще непонятно, какие-то камни на... камни на ножках. Ой, блин, рука. Рука банки. Это что такое? А что это такое? Рука банки. Прикольненько. Особый. Декорации. Ой, как вот эти красивенькие какие. Вазочка полосатая. Маленькая, красивая. Это что? Шарики. Цитрусовые какие-то. Ну, такие маленькие вазочки интересненькие. Ух ты, какой крутой разносик-то. Разносик. Ух, $25 стоит. Слишком дорого, давай кинем-ка.
интересные вымышленные человечки в ванной. Там, ой, смотрите, какие лампочки для детей в детские комнаты. Ой, какая прелесть. Всего $12. Смотри, всякие облачко. И бабочки, и цветочки. Ой, прелесть какая. 4.99, знаете. Угу. Да, и ребенок не знает. Да. Смотри, красота какая. Пластик. Ну, смотрится очень даже красивенько. Да, ну чайничок, это надо, наверное, в это всовывать, в розетку, наверное. А нет, вообще, наверное, на батарейке. Свет делать, кстати, хорошо и в комнату. Мне Иринка любила в комнате всегда делать, у нее тоже был, до сих пор есть. Ой, красота, вот были бы лягушки. Я бы прям без проблем бы взяла. Лягушки — это мое все. Такая кухня. Мне в ресторан такую кухню надо. Точно не домашний вариант, да, Надь? Не, ох, я бы такая была вообще крутая, моя кухня была бы. Свет, 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 свет. Свет, свет, свет. Так, здесь, значит, лампочки. Пошли лампочки, лампочки. Торшеры, бордюры. Торшеры. А у нас вот такой вот и был дома. Был и есть, по-моему. Если Ирка не выкинула, по-моему, у нее в комнате стоял. Вот такой, он $50 только стоит. Ну, он вот повылазил, и вот, вот отсюда вот повылазил у нее. Они потому что собираются, и тяжело собрать обратно. Вот так смотрится классненько. Так, ну мы здесь уже были. Все это, по-моему, последний зал. Что-то все в белом. Белый, белый, белый. Вот это прикольное. Вот это вот прикольненькое. С лампочкой такая. А нет, все, я думаю, может нагибается. Что, нет. О, что $40 стоит? Не очень. Не очень, не очень. Вот такая. Вот такая вот лампа стоит $169. Она маленькая, вот моя рука. Но она небольшая. Но дорогая. Что-то новое, небось, какое-нибудь новшество. Такая обычная. Прикольная какая-то. Ой, материал. Так, лампа мне особо не нравится. Ничего интересного. Вот такая, смотрите, малюлька. Так спрятали, чтобы... А нагревается, кстати, теплая очень. Горячая даже. $15 только стоит. В офис, хорошо. Около компьютера поставить. Особо ничего хорошего. Ничего особо мне не нравится. Ну, по цене доступно вполне. Ну, ладно, все, пойдем. Пойдем в американский магазин.